Приветствую вас, Алевтина. Давайте разберем ваш вопрос. Вообще, честно говоря, именно вот запрос к психологу, честно говоря, ну, не совсем ясен. Да, то есть вы меня простите за такую, может быть, настойчивость, назойливость в плане попытки вас понять, но когда вы говорите, как себя вести, чтобы его задеть, опять игнор, для меня это выглядит так, что вы хотите, чтобы он на вас обратил внимание, опять что-то делал для вас, ну, начал что-то делать для вас, да, то есть как-то вот внимание проявлять к вам. Но вы совершенно точно знаете, что если дойдет до, условно говоря, секса, то вы сразу же дадите ему отворот-поворот, сказав, что не изменяй своей любимой. Вот. И, честно говоря, вот этот вот момент не совсем понятен. То есть вы его хотите задеть, чтобы что, если задевая его, если задеваясь, он не уходит от своей любимой, а быть любовницей вы не готовы. То есть тут вот, мне кажется, вы себя, не знаю, как будто обманываете, что ли. Типа, я не хочу быть третьей, и я веду себя так, как будто я не третья, точнее, не вторая, не третья лишняя. Я веду себя, как будто я не третья лишняя, но при этом я фактически третья лишняя. Понимаете? То есть вот, как будто вот вы не до конца эту позицию для себя прорисовали. То есть она у вас вроде как есть эта позиция, что я не хочу быть третьей лишней, я не буду третьей лишней, да? Вот, тут такая позиция есть, она, в принципе, ну, окей, она импонирует, вот. Но в то же время ваше поведение, все ваше поведение, оно вот такое ощущение, да, что фактически вы третья лишняя. И это, если это так, то это проблемы с самооценкой, в первую очередь, это с личными границами сложности, и это, в общем-то, страх, по сути, близких отношений, потому что с этим мужчиной, даже если он уйдет от своей, вот не знаю, как ее назвать, да, от своей любимой девушки, вот, которая младше него на секундочку на 9 лет. Это весьма странное отношение в плане того, что есть большой риск, большая вероятность того, что там детско-родительские отношения, что там в нем видят отца, что он там такой вот очень сильный, мощный, вот, но при этом ему достаточно легко, в то же время скучно, потому что эта девушка, она ведома, да, вот, и он ее не уважает, иначе бы не тянулся бы к вам, вот. То есть, как бы вот тут вот вопрос к вам. Вы терпите от мужчины поведение, когда он то дает вам внимание, то не дает вам внимания, да, как вы говорите, все это вы терпите. И это классическая история, когда люди, в данном случае мужчины, насчет вас не знаю, честно скажу, предполагаю, что да, но не знаю точно. Это классическая история, когда люди боятся близости, и вот у них сближение, точнее, даже не сближение, а
взаимодействие происходит вот таким вот образом, весьма странным для стороннего человека, когда лавинообразное отдаление. Вот примерно так это все происходит. Вот. И вы почему-то терпите, вы почему-то с этим миритесь, вот, как бы, ну, вот. Ничего непонятно здесь, какое у вас отношение к нему, да, какое отношение ваше. И вот, точнее, к вам вы пишете, что он мне нравится, так, что вы вкладываете в это, понятно, что он вам нравится, вот, что вы именно вкладываете. То есть он вам нравится, как, что именно вам нравится. Мужчина не надёжный. Мужчина не знает, чего хочет до конца. Мужчина не готов ответственность брать на себя. Что вам нравится? Вы его принимаете таким, как он есть? Вы хотите для него в какой-то степени быть родителем? Вы готовы к тому, что он, ну, вот, будет вести такую вот в некоторой степени двойную игру, что он будет нестабилен достаточно? Ну, с эмоциональной, допустим, точки зрения. Так, значит, потом начал отдаляться, значит, тут начал просить, игнорировать, я согласилась, значит, она пустила руки ниже, я толкнула, сказала, не изменяя своей любимой, остановился, уже пару дней не пишет, в работу не заходит, сидит, подписывается, наверное, с ней. Не пишет смс, а я уже начала надеяться, ведь он мне нравится. Как тебя вести, чтобы его снова задеть? Люптина, на что вы начали надеяться? Наверное, этот вопрос следует задать вам в первую очередь. На что именно вы начали надеяться? То есть вот надежда это в данном случае вашим потребностям в данном случае. Вот. Надежда в данном случае это то, чего вы хотите. Вот. И, наверное, ну вот, в первую очередь нужно посмотреть вашу потребностную сферу. Вот, я думаю, что такой ответ вам, в принципе, можно дать в ответ на то, что вы написали. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи!